Так. Ну вот. Вот и настало время продолжать. Так, а где я остановился? Какой-то сраной пещере. Что делать? Хз, хз. Важные новости. А, в смысле, важные новости о моих близких. Сердечко? Какое-то говно происходит? Что это такое? Это опять поджигать надо? Наверное. У меня больше предположений нету насчет этого. Что это за нах? Hello? Так, оружие. Где моя огненная перчатка? Это так делается? Так, не понял сейчас. Почему у меня вихрь опять стоит? Стой! Игра. П-п-п-п-п-п. Огонь. Без вихря. Мне не нужен вихрь. Мне нужен огонь, ну. Хадукин! Что-то изменилось. А. Одна штучка загорелась. Потрясающе. Теперь я могу двигаться туда. Мне все говно надо поджечь, я понял, спасибо. Сейчас подожгу. Сейчас все будет. Кто там стреляет? Ну-ка, не делай это. Прям прыгать? Прям прыгать, прыгать. Я не готов прыгать, прыгать. Я еще там не все поджег. Не стреляйте. Товарищ, не... Ай! Не стреляйте. Ай! Хорош. Будьте нежнее, что вы такие злые-то. Ты погоди, я до тебя тоже доберусь, тварь. Блин, ты куда стреляешь? Да fuck you! Есть. Ну, типа поджег еще одну. Кай. Предположим. Предположим, предположим. Куда дальше? Дальше надо прыгать туда, в ту ямку. Или нет? Или да? Тихо ты, песель, успокойся, все нормально. Давай, прыгай. Песель, прыгай. Прыгай, песель. Песель, не бросай меня. Ау. Песель, не бросай меня одну. Ау. 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 Так помереть можно. Готовы. Так, Песель, как ты тут оказался опять? Здесь монет муженек принес, и минус 100 семья отняла. Ау, ха, лох. Прям как в жизни. Так, куда прыгать? Песель, прыгай! На нах. И...
Осталось только выбраться отсюда. Ну все, сундучок мой. Сундучок мой! Дороги. С дороги. Че это? Че там? Че там? Че там? Там должно быть что-то ценное. На самом деле нет. Я думаю, там опять какое-то говнище. Я уверен на 100%, что там говнище. В этой игре не может быть что-то ценное в сундуке. Не знаю, что это такое. Ну, как бы... я все сделал. Че, куда дальше? Так, 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 так. Сюда мне не надо, сюда мне не надо, сюда мне не надо. К семье сходить, но... Пока к семье схожу... Тут эти мужики что-нибудь не сделали. Мне мост построили, мне как бы... Мост нужен? Это мост мне должны починить, наверное. Я не уверен. Мне кажется, что кто-то должен, блядь, мне мост починить. Кто-то мне что-то должен. Ну да, пошли к семье, пока... Где там моя семья? Семья, семьюшка отправится, да, в семью. Отправимся домой! Может, у меня Катька... Катька выросла, где я использую Катьку. Хочу использовать Катьку. Так, где мой дом? Что? А, это типа быстрый телепорт. Так, да. Катька. Катька еще нихуя не выросла. Катька пиздюк. Катька не растет ни хрена. Где муженек? Где муженек, урод? Катька, какого хрена ты все еще пиздюк? Мамка устала. Мамке дверь надо открывать. Ласка. Переименовать. Нет, чё? Катька, нормальное имя. Ну, по крайней мере, для игры. Для игрового персонажа это нормальное имя. В реальной жизни это нет. Наверное. Не уверен. Где сраный муж шатается, блядь? Мне как бы от него что-то надо получить. Ладно, пофиг. Оружие. Кстати, многие жалуются в этой игре то, что неудобно вот меню, интерфейс. Не знаю, у меня с этим проблем нет. Единственная у меня проблема с меню интерфейсом, это то, что я не знаю, где хранятся все мои камни, где хранится весь тот мусор, который я собираю, типа яблоки, там, цыплята, морковка, вот. Вот так этого нету. Барахла, инвентаря с едой, инвентаря с камнями, с кольца, там, драгоценности, все, все, все такое. Где мой ссаный муж? Ехаза. А так у меня никаких проблем, то есть грузится довольно быстро, чих-пых, готово. Не знаю, почему люди жалуются. Не-не-не-не, не надо с ним это. Фу-фу его. Фу-фу-фу. Шел нахер. Нахер пошел. Ну, пока муж шатается, пойдем книги положим. Пару книг положим. Че я нашел там? Две книги, что ли? Покладу назад. Покладу на место. Сука. Так, куда тебе класть их? Ложить. Класть. М? Куда ложить-то? Читать. Ой-ой-ой-ой. Или что? Или кто? Или как? Что пожертвовать? Well done. You found one. Да, I found one.
И все, что ли? I found one? Нет, вот еще. I just love it when you bring us a book. It fills my heart with joy. It does. Ой, все, заткнись. Так, где выход тут? А, выпустите. Денег нет. Какого черта две монеты вообще делают на книжной полке, я не особо понимаю. Ну да ладно, если они там имеются, мы их заберем. Так, разойдись. Разойдись. Есть что купить? Дрессировка, бой 4. Пофиг, куплю. Вообще пофиг. Как тебя дрессировать-то, тварь ты тупая? Иди сюда. Песель. Кс-кс-кс. Песель. Песель, блядь. Песель, не крутись, сука. Сука, как с тобой взаимодействовать? Да не с этим, нахуй он мне не нужен. У меня есть уже муж, отъебись от меня. Песель. Песель, я хочу тебя подтискать. Еба. Стой! Я не могу попасть. Ура. Как вот тебя дрессировать? Игрик. Ну-ка, принеси это говно. Тупая собака. Уйди от меня! Вот домогается, а? Донемогается, сука. Приебался ко мне. Может, денег заработать? Может, поработать, ну? Какого черта? Почему муж мой не работает? Почему я сама должна работать? Шляпа, верхняя одежда. Брюки. Ботинки. Купить, что ли? Женский костюм разбойника. У меня такого нету, да? По-моему. Я не уверен. У меня фетиш, блин, на одежду. Люблю. Люблю одежду в играх. Всякую, много, разную. Чем больше одежды в игре, тем лучше для меня. Блять, я все деньги в GTA потратил только на шмот. Сука. До сих пор хожу без дома, зато одежды до хера и больше. Да пиздец. Здорово, муж. Какого хера ты тут делаешь? А, сука. Блять, он мне еще всякую хуйню продает, пидор. Подарочек. Здорово, здорово. Хеллоу, как тебя чпокнуть? Слышь? Пофиг, купим. Муженек. Пу, развод, блядь. Оставлю я тебя с Катькой. Будете вдвоем жить. Без меня. А я буду путешествовать. А, геймпад не вибрирует так. Мне аж стрёмно становится. Все, все, все. Все. Ты получил свою порцию, и теперь я ухожу нах. Теперь я нах ухожу. Что? Что сердечко-то еще показывает? Что это значит? Ты еще хочешь мне что-то подарить? Я не понимаю. Что это значит, сердечко? Ты вот он доебался до меня, а? Ладно, пофиг на него. Так, куда идти дальше? Серверные сосны. Тут уроды ничего не построили, наверное, для меня. Сюда мне не надо. Горнолесье. Тут ничего нету и, скорее всего, уже не будет. Где я остановился? В замок меня не пускают, значит. Рынок, я на рынке. Замок меня не пускают. Я остановился на рынке. Тут тоже ничего нету. Я, по-моему, тут уже все смотрел, да? А, нет, ни хрена, тут квест один. Ну вот, да, квест. А, это основной квест, точно. Вот рынок. Сюда мне. Что? Установить цель, да.
Нельзя телепортироваться, не закончив текущее задание. Какое задание, блядь? Какое еще задание? Какое, блядь, задание? Вы что, ебанутые? Какое еще задание? Странно. Или из-за того, что я с этим рядом с этим мужиком стоял, поэтому меня не пускали. Все, я хочу на рынок. Верните меня. Игра какая-то. Так, телепортируйте меня сюда, да. Прям вот сюда, прям вот сюдашеньки, вот сюдулечки. Здорово. Так, что теперь? Эта сердечко вечно будет у меня тусить перед кольцом? Я нафиг не надо, слышу. Татуировка, хуёвка, жемчуг. Мужские ботинки воина, дорогой. This is where you can see how he is getting on. His combat proficiency, any new tricks he's learned, that sort of thing. А, ну он мне прокачан на максимум. То есть мне его вообще не ему нечего даже покупать ему. Оружие, я какой-то молот подобрал, да? Так, 49, 49, 57, 58. 58 используется. Тут есть 57, блядь. Пистолет мощнее, чем все остальное. Ну, это все уже дичь полная. Да, это уже не серьезно. Так, молот. 53. 52, 50. Сорок, тридцать. 62! 62, Карл! 62, конечно. Конечно, я тебя буду брать. 62. У-у-у-у, 62. Ни хрена себе. Вот это 62. 62, 53 говно по сравнению. 62. 53 это ни о чем. Any other business to attend to? Нет. Че, денег нет? Well done. Да, спасибо. Так, одежда. Там много-много разной одежды. Да, я знаю. Да, я знаю, спасибо. У меня много всякой одежды. Че, так ходить, что ли? В принципе, выглядит неплохо. На самом деле. Ну, по крайней мере, сверху. Well, if you prefer it that way, who am I to judge whether a change of apparel is significantly detrimental to one's appearance? Ну, выглядит нелепо, на самом деле. Да. Голова-то отстой, полный. Ля. А, постой, у меня есть женский костюм разбойника. У меня есть женский костюм воина. That suit does accentuate your raw physical power and your femininity. Интересно. That's the entire suit. Well, I hope you've got plenty of ammunition. Так, уберите голову. Whatever you feel comfortable. There's a lady behind that mask. That's the only thing of which I can be certain. Угу. Штаны, конечно, пиздец полный какой-то. Штаны это пиздец там. Да. Блядь, ну так вообще не смотрится. I think of no finer skirt you could choose. Although I could check in the back. No. I believe everything we have is out. I say, who is this person standing before me? I can scarcely guess. Мужской костюм. Мужчина моей мечты. Так, и
все. И это все, да. Он в песеле наряжусь и все. Нифиг. Так, голова. Маска, конечно, но. Так чё ж, как нарядиться-то? Any princess would be proud to call those slippers her own. Although if she did, you would probably say, "Hang on, those are mine." Можно, конечно, вообще все комбинировать. Вот типа. Где тут мужская одежда? То, что у мужчины ноги, по-моему, блять, это руки. О. That's a smashing pair of trousers, good for smashing things primarily. Все хуйня. Все это хуйня на самом деле. Мне ничего не нравится. Я понял, вдруг я понял, что мне ничего не нравится. That is such a truly wonderful combination that I think I may need to go and lie down. Rather a splendid combination. That skirt is just what the finest ladies are wearing at all the masquerade balls. At least I assume they're the finest ladies. It's impossible to tell for sure in those masks. I always did like those boots. From a distance, I hasten to add. Где же да-да? Сверху-то все нормально, а вот снизу все очень плохо. Единственные ноги, которые в этой игре прикольные. Единственные штаны. Крылышки клевые сзади. Они еще никак не сочетаются между собой. Поэтому, как всегда, сделаем. Туловище, руки, ноги, обувь. Ah, that's quite a nice jacket. The effect it produces is decidedly subtle. Руки. Вот, вот так вот. Сохраним пока. There you are, then. Ты то же самое, только с маской. Ой, господи. Ah, yes, I remember that look. Так, где тут волосня? Щит вообще такой. Еба! Вот этот волос. Ну нахер. After all, the boss. Так, это говно. Ой-ой-ой. А, сложно. Ну покажи лицо-то. Идите колотить. That makeup is very becoming. Reconsider, have you? Very well. Да, вообще няшность. Конечно, это няшность. Это тоже неплохо. Йоу. Это мощь, конечно. Нет. Спасибо, нет. Я откажусь, пожалуй. Татуировки, это все херня. Где тут маска? Аксессуары. That mask really does define your look. Lovely.
Very reassuring. I heartily approve. Так что ли походить? Так, тут надо, наверное, удалить. Very well. Yes, you see, this way it will be here for you when you want it. Можно перчатки снять только. Руки. Вот. And it will stay just as it is until you alter it further. You've got some of the best clothes I've seen in a long while. Very nice. Конечно, very nice. Wow, you look so strong. I had a problem with hobs on my land once, so I put out poison. Так, где я еще? Не был. Че это был за звук? Не знаю, что это был за звук. Бля, ну в этой юбке это пиздец, конечно, смотрится. В самом деле, для меня это дикость. Так, я вроде тут все исследовал уже. Перешел на ту сторону, да. На ту сторону. Вау, да, с дороги быдло. Тупое быдло. С дороги. Принцесска идет. Смотрите, какая я клевенькая. Эх, хуйни. Че продаете? Че купить есть, а? Рыба? Сыросли? Тут чё? Рыба, рыба и рыба. Понятно. Ну, что я ожидал? А что я ожидал, собственно говоря? Ну, я не знаю, что я ожидал. Что-нибудь более ценное, например? Так. Такс. Здорово. О, нет, сорян. Это не для меня. Я как-то не по мебели. Че есть? Не нравится мне эта одежда. Она такое себе. Ни о чем. Угу. Я так понимаю, я тут уже все шмалял. Ну, где-то ключ один не нашел при этом. При всем при этом я один ключ где-то прохерил. Interesting. Где мой ключ? Эй, сука, блядь. Вы не видели ключ? Ключ? Мне нужен серебряный ключ. Кто-нибудь видел серебряный ключ? Так, серебряный ключ. Может, блядь, дом чужой вломится? Может, он чей-то хайте? Сто пудов он чей-то хайте. Ла, это надо все дома скупать или просто-напросто ломать чужие двери и окна? Незаконное проникновение. Надо заниматься преступностью. Давно пора. Грабеж и вандализм посреди белого дня. Это таки очень по-нашему. Всякие хуйни продают. Ничего интересного. Здорово. Слышь? Ладно, хрен с тобой. Welcome to the sanctuary.
Может, это платье лучше? По-моему, хуйня. I'm not rat. Может, вообще полностью раздеться нахер, ну? Надеть. I like that one myself. Так макияж надо менять. О, господи. All right. А этот. Wonderful. Ну вот. I can see why you would want to save that. Ну вот, песель разорвался. Надеюсь, не слышно. Слышно еще как слышно. Так, туловище. Может, ну больше он будет. Вы можете потише быть? О, они не могут потише быть. А мне надо встать и кому-то пизделей просто надавать. Иди сюда. Не мешай мне играть, сволочь тупая. Ну каюшки. Я не могу ключ найти свой. Плюс добавок, у меня какая-то дичь случилась тут. Да. Ох ты ж Windows, что ты делаешь? Не, ну крылышки на спине няшные такие. Это да. Ну чё, ключ потом найду? Наверное, потом ключ найду. Я без понятия, где он сейчас. Поэтому тут, значит, я осмотрел. Можно официально считать то, что осмотрел. И мне осталось только вот сюда. Два гнома и два ключа. Пойду дальше квесты делать. Исследованием занимаемся. Исследуем все. Вот уже минус один урод. Так, а эта дорога куда ведет? Хватит высвечивать мне, пожалуйста, это сердечко долбанное. Мне абсолютно пофиг, чем там муженек занимается. Главное, чтобы Катька была жива. Ля, какая свинья. Вот это огонь просто. О, бомжара. Дать денег бомжаре. На. Держи монету, бомжара. Так, а откуда мне придет дорога? Господи, я не хотел никуда идти. Верните меня назад. Я хотел просто проверить, а где я? Собственно говоря, где я? А, я у куста. Что-то они там задумали. Что-то эта троица какая-то мне не нравится. Они слишком подозрительные, по-моему. Я могу ошибаться. Что они тоже хотят поставить меня на путь зла? Может, в дом чужой ворваться, пока никто не видит? А? Кто-нибудь откройте, пожалуйста. Нет? Хуяк. Ту-дун. Ту-дун.
Да-да-да-да-да-да. Блять, ничего нету ценного. Ну, в смысле, красить-то я не хочу. Может, надо было бы, но я не хочу. Мне нужен так всего лишь ключ. Ну ладно, хозяин новую дверь поставит, ничего страшного. Ничего страшного не случится с хозяином этого дома. Просто поставить себе новую дверь. Может быть, когда-нибудь в далеком-далеком будущем я скуплю все эти здания. Ему не придется тратиться. Ля, какой мужчина. Вот это мужчина, не то что мой муженек. Может, я такого мужа довести? Все в здоровье, слышь. You're stronger than anyone I've ever seen. I'm about to wet myself here. Нравится, да? Ну и зашибись. Петушары. Я тебя изображал. Он смеется. Так, это город идет, дорога. Понятно, понятно. А это ведет на рынок. Да? Ну, скорее всего. Книжки, картинки, дрессировка. Ну, у меня все на максимуме, поэтому мне даже не стоит тратиться. Я только это понял. Что все это время я тратился на зря. Эй, дитё. Рик. Рик. Зацени свист. Сколько у меня? 149. Как это? Печати и гильдии, да? Печать. Распутная. А если ее пригласить, где всем этим заниматься? Тут есть место или нужен дом свой? Или это надо делать у себя дома? Вот это я не особо понимаю. Или она отведет меня куда-нибудь в место? То есть я как бы не прочь. Женщины, можно? С мужчиной нельзя, женщины можно. Как бы я не изменяю своему мужу. Женщина не считается. Коврик. Давай еще покопаем. Может, тут тоже ковер закопанный. Закопанный ковер. Можно пока попить сачок. Красота. Банда, хуйня. Бандама. Я думал, это вниз там ведет дорога. Она никуда не ведет, она Ты заткнись, да? Ну, то кто-то уже что-то нашел и копает. Надо помочь мужику. Мужик, подвинься, я тут тоже покопаю. Да-да, прям все на песель сыпь. Кидай все на песель.
Пофиг, это ж собака. Слышь, лох. Фига тут у вас закопано всего и вся. Ля какая. Что тебе надо? A lovely look that is. You're really a decent sort, aren't you? Вики. Лесбиянка. Кокетливая, просто любимка. Поэтому ты ко мне подошла. Ты поэтому ко мне подошла, да? Nice steps. Нет, 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 Вики, это, конечно, все замечательно, но... Нет. Не хочу. Не хочу. Вот, знаешь, не хочу. Вики, прости, но я не хочу. Эй, мужик, уже день прошел, он до сих пор копает. Ну и дурак. Только я не понял, где мои гномы? Где мои гномы, где мои ключи? Где мои гномы, где мои ключи? Вики, если чё, когда-нибудь я... Если чё, когда-нибудь я вернусь к тебе. Когда-нибудь, может быть. Так. Ну, крылышки я свои менять не буду. И мои крылышки устраивают. Хочу что-нибудь... Что-нибудь на руки. Что-нибудь тетенькое. There's a theory that tattoos primarily appeal to those with the least stability in their lives. You know, sailors, soldiers, artists, census takers. Ah, yes, good choice. Ну, вот это неплохо выглядит. Ля на башке какая. Тихо. Ну, нет. Whatever you feel comfortable in. Ну, на спине прикольные татуировки. I couldn't have chosen better myself. Жалко, нельзя совмещать татуировки на лице и макияж. Вот это вот отстой, да. Это вот отстой. Где? Well chosen. Вот так вот пусть будет. I trust you are finding everything all right. It shall stay that way until you alter it. Пусть будет так, но... The more you spend, the better goods I can afford to stock. Не, прикольно светится, конечно. Ну, чтобы их увидеть, ему надо бегать максимально голым только. Это минус, это косяк. Это косяк. Это косяк. Не, если бы я, конечно, играл за мужика, то, может быть, это было бы прикольно, но за женщину это не так прикольно. Странно, но я ничего не нашел из того, что мне нужно. Уроды. Я там везде был, да? Тут был, там был. Я же тут был, да?
И все такое одинаковое, да, я эту дверь сломал. И там был. Ну все, тогда можно туда бежать. Эх, память моя, память. Тут можно совершить прыжок. Показалось. Показалось. Так, ну что, начнем слева тогда изучать все. Как хорошо спрятали-то, а? А, как хорошо спрятали. Думали, я не найду? Фигушки вам. Бриллиант. Ну, неплохо, неплохо. Смотря сколько за него дадут. Смотря, если я его найду у себя. В моем бездонном кармане, а? О? Ой, как весело, аж задевал. Да, прям песель лопатой по голове. Собственно, свое место 400 монет. Тем не менее, 400 монет. Бля, доход от муженька — это просто замечательно. Я так обанкрочусь со временем. Со временем мы станем нищими. На самом деле, мне больше интересуют гномы, чем ключи. В шопу гному. Ой, ключи, дайте мне гнома хотя бы моего. Что там их? Чё, всё, что ли? Невидимые стены пошли? Э! Где мой гном? Не хочу расстрелять его. Нырнуть. Alright. Я вижу что-то там в воде. Там что-то в воде есть. Что-то. Жемчуг. Сюда нельзя. Ну и фиг с вами. Не очень-то и хотелось, на самом деле. А, пещера. Теперь я понял. Тут еще пещера есть, идти колотить, нифига себе. А я думал уже все. Оказывается. Нифига не все. Еще один этого и один этого. Одна штука этого и одна штука этого, и будет зашибись. Все будет зашибись. Че, го в пещеру? Наверное, не там. Ну, я надеюсь, что не там. Мне, как бы... мне надо, мне нужно, чтобы они были там. Мне нужно их забрать. Мой ключик. И моего гномика моего. Ебать. Нихуя вы... а вы тут это, я смотрю, зажили как бы... Хуль так ярко-то стало вдруг? Ебать, тут ярче, чем... на солнце. Серьезно?
Что за говно? Да. Ебать, там горшок. Ха, горшок. Ночной горшок. Так, ну-ка уйди. Уйди с моей дороги. Офигеть, вы тут зажили. Морковью торгуетесь и... Это безумие. Под землей светлее, чем на земле. Ля, женщина-то. Черненькая. Мадам, это черненькая. Все, зашибись. Где мои ключи? Где мои гномы? Где все? Нафиг вы это поставили тут? Я вас освободил. Почему вы до сих пор живете под землей? Ну, потому что у вас тут дома, ладно, окей. Блин. На улицу-то надо выходить иногда. Да что это со мной? Да что это такое? Что происходит? Я не понял тогда, где мне найти моего гнома. Ого. Готический макияж. Люблю всякие макияжи. Блин, его вспомнил, есть такие. Усы-то мне нахер не нужны. Почему женщина копает? Я не понимаю. А. Ну вот. Теперь весь в соку. В соке. О. А где мой ключ? Где мой гном тогда? Какого хрена наверху так бледно? Просто, мать его, бледно. Просто писец бледно. Ужас какой-то. Так, что там за готический макияж? Welcome to the sanctuary. You have some new pieces of clothing. А ничего так. You look different. Can't quite put my finger on it, but no matter. You do look splendid after all. Не идет, правда? Да. Ну, не, ну такое. An excellent selection. Блять. Все вроде такое, но не такое, какое бы мне хотелось. Все очень странное. Серьезно. Очень странно. Так я, блядь, скайбочка не дает мне пройти. Что за нах? Где мой гном? Суки, где вы запрятали моего гнома? Почему я его найти не могу? Что за дела? Ну-ка вот на хате 100 пудов. Или за хатой. You won't find better products in all of Bowerstone. And much more in nice little container. Spending your money helps the economy, you know. Ну что, что раскукарекались-то все сразу? Давайте по одному. Открывай! Почему никто не открывает дверь? Казалось, что дверь открылась. Но это неправда. Well,
Я ищу гнома, я не слышу гнома. Я слышу пиздеж в уши. О-о-о, здорово. А я тебя ищу, сука. Ты это знаешь, что я тебя ищу? Еще бы ключик один найти, вообще цены бы не было. Ну, пару монет тоже неплохо. Еба, она на смерть стала похожа. Это пиздец. Никак не могу определиться с тем, что мне больше нравится. Но... Если их синий покрасить. Или чё, чёрный? Чёрный покрасить вот с таким макияжем, блядь. You've reached a decision. Ah, excellent. Пойму, а это что такое? А. Very well. Ну только не это, блядь. Ну, повернись. Вроде миленько. Непонятно. Не понимаю я. Ну, то черное все равно лучше всех. Ну все, пойду я на квест. Значит, больше тут ничего нету. Не знаю я, где этот сраный ключ. Одна штука. Ключ, одна штука, да? Поэтому пойду я на квест. Рынок. Так, вот к этим мужичкам. Телепортируюсь. О, господи, почему во время загрузки все так зависает? Кто-нибудь скажите мне, объясните мне, что все так тормозит. So, are we all set for tonight? I've double-checked every bit of it. Yo, здорово. We just need someone to be the hero. But will that orb thing really work? Well, it's worked with everything else. Hobbs, rabbits, wolves. Well, better work. I got all dressed up for this. Where'd you get it anyway? I bought it at a convention. The seller told me it had been in his family for ages. His grandfather bought it from a bloke called Murgo. Murgo, that's a cool name. Sounds like a wizard. You wet-nosed, soggy-brained gamer geeks! You sad, cheese-faced nerds! Why don't you get a life and stop all that wimpy role-playing? Yours sincerely, Arthur. P.S. How are your girlfriends? Don't bother because you haven't got any. Какая хуйня! Ваш искренний ваш Артва. Сука, такое говно, блядь. Здорово. Да, я ищу девочка. Salutations. We are three magi of great power. Patron of a thousand faces, and this is Caliv, Lord of the Fairies, and lo, as I have attested, there is a third who is counted among our number. Oh, for goodness sake, Mark. My mom wants me home for supper. Fine. And lo, that's Jim. Now, Princess Phyrexia has been taken by an evil baron to another plane. Will you rescue her? All you have to do is take this magic orb, and you'll be transported to the baron's realm. What say you, hero? Will you aid us? Will you aid her? She is completely hot, by the way. 40 награда. Конечно, я хочу 40 награду. Ебана, как будто арбуз в руках держала, пока не скукожилась. Ай.
Чему я скукожилась? The hero wakes. Long had she harbored thoughts of vengeance against the evil baron. Get on with it. So it was that the hero came to the little village of Lightwater, a pretty hamlet nestling under the brooding battlements of the evil baron's castle. It's a very pretty village. Yeah, I said pretty. Бля, музыка, как из первой части, вот это, конечно, топ. Это, конечно, топчик. За музыку, конечно, респект и уважуха пацанам. Бля, они меня скукожили и поместили на стол, что ли? Что за говно? Ладно, давайте в следующий раз продолжим. Ну, это, конечно, прикольно все. Так, сохранить. It will be waiting for you next time. Надеть. A timeless classic. Надеть. Надеть. Either you've selected a new outfit. Так, голышком побегаем. Голышком. Ничего страшного. Я хочу на татуировочки посмотреть. Полюбоваться на татуировочки, да. Ладно. Пор на сегодня хватит. Пока хватит.